Добрый день, дорогие друзья! Уход за зрением – тема этого небольшого видеоразмышления. И сейчас весна. Самое время начать регулярно, ежедневно, а иногда даже два раза в день, делать определенные упражнения для глаз, которые улучшат или сохранят ваше зрение. Начнем с того, что ваше питание – ваших глаз должно быть правильным, а правильное питание – это в основном сырые фрукты и овощи. И как можно меньше сахаросодержащих продуктов, а также солесодержащих и консервантосодержащих продуктов. Вы вышли на прогулку или идете к остановки общественного транспорта, и это время короткое, может быть 5-10 минут, вы можете поделать упражнения для зрения. Они простые. Вы смотрите вдаль, затем переводите взгляд на кончик своего носа. Затем смотрите вверх, не поднимая головы. Затем смотрите снова вперед вдаль, снова на кончик носа, затем вниз. Затем повторяйте вдаль, кончик носа влево, и затем вдаль на кончик носа и вправо. Вот первое упражнение. Затем вы делаете мигание попеременно. Один раз правым глазом, один раз левым, два раза правым, два раза левым, три раза правым, три раза левым, четыре, четыре, пять, пять. Следующее упражнение – это зажмуривание сильно глаз на 3-5 секунд. Затем вы их открываете, расслабляете и повторяете это упражнение, скажем, 5 раз. Затем вы делаете удивленно расширенные глаза, те же 3-5 секунд, и затем мягко закрываете глаза. Повторите тоже до 5 раз это упражнение. Следующее упражнение – это круговые движения глазами вправо, а затем влево. И последнее упражнение. Вы закрываете глаза. И закрытые глаза, если у вас нет контактных линз, мягко, указательными пальцами массируйте в течение 10 секунд. Кроме того, очень хорошо помогает профилактика зрения. Это промывание глаз утром и вечером. Вначале теплой водой, а затем прохладной. По одному разу. Набираете в ладони эту воду и затем глаза открываете в этой воде. Выполняете упражнения регулярно, а также сохраняя спокойствие нервной системы, вы будете заботиться правильно о вашем зрении. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.